каждый пациент имеет реальный шанс победить болезнь. Каждый. Потому что на поверку наркотик не настолько страшен, не настолько всесильный. И если есть желание, мы реально обещаем, убьем в тебе наркомана. Сделаем все, что ты полностью забудешь и очистишься от наркотиков. Но вторая часть – желание жить трезво, желание жить в трезвом мире. Трезво радоваться, трезво грустить, трезво работать, отдыхать. Не всегда пациенты этого хотят. Поэтому вторая часть зависит от самого пациента. Его желание, желание возвратиться в трезвый мир, где есть выбор, где есть будущее, где ты не изгой, где ты не конченый, где ты человек.